Звонок, значит, в имение Гамильтона. Дворецкий берет трубку. Сэр. Слушай, любезнейший, сходи к моей жене и скажи, что я задерживаюсь в клубе. Но ваша жена пошла спать. Он, и тем не менее, сходи и скажи. Он слышит удаляющиеся шаги, потом приближающиеся. Сэр, я доложил, что вы сказали, но ваш голос из-за двери ответил мне, чтобы я убирался. Тут. Немедленно возьми ружье, иди и застрели этого человека, который находится в спальне моей жены. Опять шаги, выстрел. Подходит к телефону. Сэр, я сделал то, что вы сказали, но он выпрыгнул в окно и убежал в сад. Тут, подожди, у нас же нет никакого сада. Тогда вы, наверное, ошиблись номером, сэр.